Сейчас я лопну! For a thousand years. Мы постарались воплотить концепцию бала настоящего, но не с точки зрения бала как танца, а бал как место встречи, место для общения, глобальная площадка, в рамках которой можно увидеть многих роботов, достижений, которые еще никогда не приезжали в Россию. В целом мы, конечно, отстаем, но у нас есть технологии, которые опережают западные. Например, вот у нас будет демонстрация робота, которым можно управлять через мысленный интерфейс. То есть вы одеваете специальное устройство на голову и можете думать команды, которые управляют роботом. И есть другие технологии, но нам не хватает, как всегда, дизайна немножко креативности и немножко умения в том, чтобы продвигать свои продукты на мировом рынке. Но у некоторых получается, я уверен, что будет все больше и больше таких успешных команд. I think it's the biggest exhibition for that long, a month-long exhibition with robots is exceptional. And so it's very good that it happened in Russia, and that I know also that there's a lot of investment in Russia with robotics. I mean, it's very good because everywhere in the world people try to get into robotics, but it seems that here there's really a movement, and you can see everybody is very interested. It's really good. Why not? What is your name? Do you would like something to drink? Well, oh my god. Why are you standing so close? Why are you standing so close to me?